смотри, есть такой чувак, ну, с Украины, который вот резко там перешел к нам, сюда вот. Сейчас он здесь там с нами где-то сидит. Он, знаешь, он рад. Только не ругай сама там. Я не исключаю такого. Я не исключаю такого. А в Украине, если ты знаешь, есть целые легионы, батальоны целые, состоящие из граждан России, которые воюют с вашим путинским режимом, с режимом Кремля. За что ты пришел убивать украинцев? Подожди, подожди. Ваше мнение, то, что типа Россия напала на Украину. Ответь мне на вопрос, за что ты лично пришел убивать украинцев. Ты что, дурак, что ли? Я тебе, блядь, уже два... А, ответа нет, да? Ответа нет, я понимаю. Может, тебе стыдно хоть чуть-чуть? Очаков ТВ представляет. Салют. Здорово. Че, вот как думаешь, где будет пизжа, в России или в Украине? Где будет как? Ну, нормально потом жить. Конечно, в Украине. Да? Конечно. Ну, а если хорошо подумать? Если хорошо подумать, то тем более. Ну, кажется. Да. А ты где находишься? Да я здесь недалеко. Где недалеко? Так вот здесь недалеко, хуя. Ты российский военный? Можно так сказать. Ну, слушай, Хаймерс скоро прилетит. Куда? Прямо вот там, где ты сидишь. Так это не вот к нему, прям в компьютер. Прям тебе прилетит туда. И все, кто там есть, там и останетесь. Тихо, не ругайся. Не ругайся матом, Эд. Чего ты ругаешься? Я же нормально разговариваю. Вот и смотри. Смотри, прилетит тебе. У тебя не то, что... Кто прилетит ко мне? Что прилетит? Так Хаймерс этот. Хаймерс, твоя вот эта вот Хаймерс в Украине, летит, понимаешь? В Украине есть. Он по вашим российским позициям прилетит. У вас нету Хаймерса. Понимаешь? Так ты дурак. Почему дурак? Я дурак? Потому что у вас в Украине уже не хватает ресурсов. Каких ресурсов? Вот зачем ты вот... Не, вот смотри, один вопрос. Не, ответь на вопрос, каких ресурсов не хватает? Не, смотри, один вопрос вот тебе. Просто. Хорошо, ответь мне на вопрос, каких ресурсов не хватает, да, в Украине. Я тебе сейчас задам вопрос, ты мне ответь. Ну давай. А потом я тебе отвечу на твой. Хорошо, давай. Вот. Смотри, ты сейчас сидишь там в кабинете. Ты по-любому не в Украине находишься. А я не сказал, что я в Украине. А? Я и не сказал, что я в Украине. Так я и говорю то, что ты не в Украине находишься. Да, согласен. А в чем вопрос твой? Вот. Смотри. Смотрю. Если ты так топишь за Украину, так ведь? Конечно. Зачем ты с нее уехал? Я не из Украины уехал, я из России уехал. Я родом из России. Куда, куда ты уехал? Я, ну, в Калифорнии, молодец, живу. Нет. Я молодец, смогу, конечно, нет, согласен. Нет, стой. Ты так и не ответил на вопрос. На какой? Если ты топишь за Украину, так. Зачем ты с нее уехал? Я из России уехал, я тебе говорю. Я россиянин по рождению. Ты плохо понимаешь? Ты за Украину топишь. Ты не понимаешь, что я сам россиянин по рождению? Нет, так ты почему там с нее уехал-то? Ну, из России почему я уехал? Потому что мне в говне надоело жить, в котором вы живете. Ох, с
вот, теперь вот смотри, что будет через 5 лет? Через 5 лет, значит, что будет? Расскажу тебе. Россия будет разваливаться по страшной силе через 5 лет. Или как минимум начнется активный развал. Путинская власть, я сомневаюсь, что просуществует еще 5 лет. Украина начнет активно развиваться, а Раска под санкциями разваливающейся, она начнет умирать. Она начнет умирать. Она уже умирает. Она конечно. Не ругайся матом, что ты ругаешься? Не ругайся матом. Я матом не ругаюсь. Смотри, ты же пошел воевать за бабки, правда? Потому что ты нищий. Ты нищий и убогий. И те деньги, которые вам платят, ты никогда в жизни не видел и не увидел бы, если бы не пошел за эти деньги убивать людей невиновных в соседнюю страну. Вот почему вот сейчас вот ты мне говоришь, да, то, что я пошел там воевать за бабки. А за что ты пошел? То, что у меня там нету денег. За что ты пошел воевать? Мазан сейчас там сделал бы так. Денег мне вполне, ну мне, наверное, хватит. За что ты пошел воевать? Да просто пошел воевать и все. А, ты любишь убивать людей, да? А, то есть ты согласен, что ты просто садист, который любит убивать людей, и ты не за деньги пошел, да? Я не садист. Почему вот ты мне вот этот вопрос сейчас задаешь? Почему не... Ну, вот, смотри. Маза, сейчас надо было делать доклад. Смотри. Есть такой чувак, ну, с Украины, который вот резко там перешел к нам сюда вот. Сейчас он здесь там с нами где-то сидит. Он, знаешь, он рад. Только не ругайся матом. Я не исключаю такого. Я матом не ругаю. Не исключаю такого. А в Украине, если ты знаешь, есть целые легионы, батальоны целые, состоящие из граждан России, которые воюют с вашим путинским режимом, с режимом Кремля. За Украину воюют. 30%. Кто тебе это сказал? Кто тебе сказал такую чушь? Соловьев или Скобеева? Как тебе это объяснить-то, я даже не знаю. Как-нибудь попытайся. Я даже тебе тут объяснять не могу. Да, естественно, ты не можешь, потому что тебе нечего ответить. Потому что ты наемный убийца, который за деньги, которых никогда в жизни не видел и не увидел бы, ты пришел в соседнюю страну убивать невинных, которые тебе ничего плохого не сделали. Я сейчас неправду говорю. В чем неправда? В чем неправда? Неправду сейчас говоришь. В чем неправду я сказал? Вот смотри. Теперь. Типа там, там наемные убийцы загили ждать. А ваши там сейчас что делают? А, то есть если наши что-то делают, то это нормально тебе быть наемным убийцей, да? Так после этого... Украинцы сейчас защищают свою родину. У них нет другого выхода. Они вас, оккупантов, убивают. А ты зачем пришел убивать за бабки в соседнюю страну? Ответь на вопрос. Давай-ка прекрати, ответь на вопрос. Какие сказал, что ты мне ответишь. А за что ты пришел убивать? Да, когда ваши плены берут, за что ты пришел убивать? Мне там заплатили 300 гривен. Блядь. За что я ты пошел убивать? Пришел убивать? За что? Я иду за... Кто там что-то... Да я-то за Россию иду. За Россию убивать в соседней стране людей? Ну, если вот такая меня пошла... Какая пошла? Что вы напали на соседнюю страну, забираете территории, и этим тебе не понравились украинцы? За что ты их пришел убивать? Ответь на вопрос. Так это ваше мнение. Это ваше за мнение, что ты... А ты же не хочешь ответить мне на вопрос. За что ты пришел убивать украинцев? Подожди, подожди. Ваше мнение то, что типа Россия напала на Украину. Что... Ответь мне на вопрос, за что ты лично пришел убивать украинцев.
чё, дурак, что ли? Я тебе, блядь, уже два... А, ответа нет, да? Ответа нет, я понимаю. Может, тебе стыдно хоть чуть-чуть? Нет? Так Хаймарс уже летит, чувак. Готовься. Я понимаю, что у вас, у россиян, нет ни стыда, ни совести. Вы кроме силы грубой, кроме Хаймарсов, вы ничего не понимаете. И не поймете. Не ругайся матом. То есть у тебя нет ответа, почему ты стал наемным убийцей, да? Так ответь, ответь мне на вопрос. Ты же убиваешь украинцев? Слышь? От тебя не слышу, ты не отвечаешь. Все, да? Так за что ты убиваешь украинцев? Тот самый мясоруб. Тот сказал, что я там убиваю. А что ты на войне делаешь? Петушков на палочке раздаешь? Нет, смотри, ты выйдешь на улицу. Да, ну понятно. Видишь, у тебя даже не хватает мужества признаться в своих преступлениях, потому что ты понимаешь, что ты обычный наемный убийца, который за деньги пошел не только убивать украинцев, но еще рисковать своей никчемной жизнью, которая на самом деле стоит 2 копейки твоя жизнь. Действительно. А ты женат, кстати? Ты женат, не женат? Ты женат? Женат. А дети есть у тебя? Сколько детей у тебя? Трое. Ты не боишься их оставить сиротой? Кто сказал, что я здесь умру вообще, блядь? Ты знаешь, я тебе могу ответить на твой вопрос. Все солдаты, вот ваши российские, думают, что они идут убивать. А на самом деле они идут умирать. Уже 670 тысяч ваших легло здесь примерно. Тихо, не ругайся, матом, не ругайся. Почему ты говоришь то, что вот наши солдаты воюют, ну, там умирать воевать, а почему ваши солдаты вот сюда идут? Потому что у украинцев нет другого выхода. Они свою семью и своих 3 детей, каждый защищает своих детей. А ты пришел в чужую страну убивать этих детей. Понимаешь? Ты даже не спросил сейчас, где я нахожусь, блядь. Так ты же сказал, что ты находишься в Украине. Ну, так ты на оккупированных территориях. Ты оккупант и наемный убийца. А ты кто? Ты просто... Тихо, не ругайся, что ты, не гори. Я нормальный, цивилизованный человек, родом из России, по рождению я россиянин, по национальности я русский. Я живу очень давно уже в Америке и несу хоть какое-то просвещение вот таким вот долбением, как ты, тупорылым, которые не понимают элементарных вещей и не могут ответить на элементарный вопрос. Ты отец 3 детей... рискуя своей жизнью, не боясь их оставить без отцовщины всех своих 3 детей, а жену свою вдовой. Кстати, она скоро станет вдовой. Не хотел тебя огорчать. А дети твои сиротами. Потому что тебя грохнут скоро, чувак. Ты наемный убийца. И ты должен быть грохнут. И ты будешь. Хаймарс прилетит, раз, и все. И ты уже, и тебя нету. Понимаешь? Ты об этом даже не узнаешь. А если узнаешь, тем хуже для тебя. Будешь сидеть киски наматывать, блин, на свои сопливые пальцы и плакать, и вспоминать мои слова. Как это было плохо, да? Вот так вот, чувак. Так что мирной тебе земли над головой, чувак. Спасибо. Пожалуйста, пошел нахер. Спасибо, он меня поблагодарил. Да, конечно, без проблем. Я этого желаю, блин, каждому орку, который направляет оружие в сторону Украины или украинцев. Каждому. А он поблагодарил.
Будем считать, что диалог состоялся.